Всем привет, друзья! Вы на канале Shadwell Игровые Миры, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем Dead Rising 3. В прошлой части мы остановились в вот этом убежище, поскольку оно самое ближайшее к нашему основному заданию. А наше основное задание — это спасение Анни, вернее, спецоперация, которая должна пройти совсем скоро по ее спасению, поскольку, друзья, нам предстоит сражаться с военными этого городка. Вот именно. Нам нужно больше огнестрельного оружия. Меньше ударного, холодного и прочего. Нужно больше набрать огнестрела. Давайте сейчас как-то решим, что мы будем брать, а что не будем брать. Вот, наверное, голову эту мы оставим здесь, поскольку мы ее уже практически израсходовали. Давайте лучше возьмем два ручных пулемета. Оставим их у себя, так как они пригодятся нам, вероятнее всего, против в перестрелках, да. Я не знаю, я так думаю, может взять Азу, как Почему у нашего. Нельзя просто отправиться домой и забыть обо всем этом. Блин, что это за голос? Это я раньше не слышал, я не привык еще к тебе. Не пугай нас так, пожалуйста. Да, давайте возьмем два миниганчика, пусть они у нас полежат для нашей спецоперации. А пробираться мы будем туда через гараж. И гараж этот находится совсем рядом, вот за этим забором. Только нужно просочиться через мертвецов, как бы это сложно не было, но я думаю, мы сломаем пару ног. Не получилось сломать пару ног, хотя меня кто-то плевал. Подождать секунду можешь? Не могу я подождать секунду, ребята. Мне срочно нужна машина. И желательно, наверное, пулемет. Если вдруг будет... Машина с пулеметом, я имею в виду. Если вдруг будут недопонимания у нас с военными, то очень хорошо именно та тачка. Вот где ее взять только? Так, 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 это не то. Это не то. Чё-то я ее не вижу больше. Это замораживатель, это просто командный грузовик, насколько я понял, да? Или это замораживатель? Нет, все-таки это что, броненосец? Вот это она, да. Это нам больше подойдет, несмотря на то, что она менее эффективна против толп мертвецов. Но на самом деле она очень хороша в плане борьбы с людьми. Так, можно побыстрее, пожалуйста. Все есть, нам теперь нужно проехать здесь. Собственно, мы практически рядом. Практически рядом, но пробираться будет не так уж и легко, как хотелось бы. Немного почистим себе дорогу, чтобы не ломали нам наш броневик. Громила стоит. Дают за него всего 2 очка. 3. Так, правильно едем. Зомби, это вам не автобус. Зомби, это вам не автобус, мать ваша. Так, нам сюда. Кузовик тогда оставим здесь. Собственно, проехал, мать его. Просто очистил себе дорогу. Точно, мы же собирались встретиться на крыше. А, вот именно, как туда попасть-то, на ту крышу-то, а? Это не... А, мы попадем на крышу. Я уже придумал, как. Кстати, там есть статуэтка. Вот смогу я туда допрыгнуть или нет? А вот и Ред. Вся банда уже здесь. Надеюсь, наши доберутся также. Вот это я прыгнул. Прыгнул так прыгнул, мать его. Как-то разгон не получилось у меня взять. Так, Ред, подожди, у меня здесь... Я так долго не выдержу. Небольшие проблемы. Есть. Вот эта штуковина мне очень нужна. Отлично. Еще 10 тысяч.
Здесь, собственно, только вертолетик и много-много еды. Очень много еды. Все, собираемся на крыше. Я понял, я тебя понял. Давайте, ребята, поднимаемся и начинаем решать проблемы. Сейчас я посмотрю карту. Вот, вот этот район еще у нас не очищен остался. Много здесь штуковин всяких можно отыскать, но я думаю, скоро мы туда попадем, если наша бригада, мать ее, сейчас сюда к нам заберет. Такая жалкая, что можно и не ждать. Так, Джулия нытик уже здесь, мне ее, наверное, надо поменять, что-то она много, слишком ноет. Ну, а остальные где? Капец, вы на чем там стоите? Ну, дают, ребята, ну, вы даете. Так, привет, Ред. Привет. Банда пока что отстает, ну давай поговорим с тобой. Не светись ты! Очисти территорию! Держу пари, они держат всех наших в главном загоне, вон там, за электрозабором. Но чтоб туда попасть, надо отрубить электричество. Генератор, скорее всего, в том здании, в главном. Смотри, Ник, тут можно действовать по-разному. Можно попробовать пробиться. Или можно обойти по периметру и найти, где перебраться внутрь. Или добыть их форму. Они умом явно не блещут. Должны пропустить. Но решать тебе, Ник. Ладно. Погоди, постой, а ты куда? Я за транспортом для побега. А тебе нужно проникнуть в то главное здание, где, наверное, штаб, и вырубить питание. А потом беги прямиком к загону. Встретимся внутри и вместе вытащим наших. Внутри? Ладно. А какой тогда план? Драться, замаскироваться или прокрасться тайно. Ясно. Без проблем. Ну что ж, нам дали 3 варианта проникновения на эту базу. Ну, прокрасться тайно и переодеться, например, у нас не получится, потому что у меня бригада из 3 человек. Их-то я, мать его, точно не переодену. И, собственно, да, больше идти нам некуда. У нас только один маршрут. Можно попробовать вообще въехать туда на своем пулемете. Мы не успеем выбраться. На колесах, который. И задать жару, ну не знаю. Я думаю, только прорыв. Только самый настоящий прорыв. Ну что. Опа! И вот здесь приходит какое-то задание. Они возле парикмахерской, какой-то парень носится, словно придурок. Может, его подстричь нужно? Сука, они удали нам провести задание. Срочно нужно ехать в парикмахерскую, что мы, собственно, сейчас и сделаем. Осталось только найти, где я припарковал свой броневик. А вот он. Вот он, дорогой мой, сейчас мы на тебе и поедем. Ребята, паркуемся. Пакуемся, вернее. Там 2 машины, лучше, наверное, их не взрывать. Еще пригодятся, так. Все 3 на месте. Аккуратно. Так, зомби надо убить вокруг дамы. Мы, конечно, однажды уже ее спасали, или не ее. Мы спасем еще раз. Спасибо, приятель. Дальше придется полагаться на себя, но спасибо за помощь. Да не за что. Очень много здесь мертвецов, я вам скажу, стоит. Меня ожидает, мать его. Но мы по старинке продавим их. И вот нам сюда. Прямо возле нашего убежища находится парикмахерская. И там какой-то парень. Давайте с ним попробуем немного поболтать. О насущном. Надо быть быстрым. Быстрый выживу. Так кто не быстрый, тот труп. Эй! Психопат какой-то. Нет, то есть да, я сегодня утром обмочился. Ха, ты быстрый. Ну не жалуюсь.
Ложь! Все лгут, чувак, но я быстрый, быстрее тебя, это правда! Нравится бегать, да? Даже когда кругом зомбаки шатаются. О, я умею бегать еще как! Быстро! Давай на перегонки! Да-да-да-да-да-да! Спорим, не догонишь! Спорим! Боишься со мной на перегонки? Давай! На старт! Вот сука, мне что, за ним бегать придется? Еще одного психопата нашли, мать его. На старт. Рано, рано. Мане. Погоди. А! И что делать? Добежать до вот этой отметки? Сука, что-то взрывается сзади там, мать его. Ух ты, он меня обогнал. Я так понял, мне его надо обогнать, ублюдка. Идите нахер. Где же ты там? Так я надолго, мне не хватит. Куда ты ломанулся? Реально не хватит. У меня же дыхалка не вечная. Я ее особо не прокачивал. Так, появляются стрелки. На этом, конечно... Ух ты! Спасибо, конечно. Но меня уже ранили. Сука! Так, 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 я уже в азарте. Сука, не туда! Через машины огонь! Бежим, бежим, бежим. Я ранен. Водички бы какой-то хлебнуть, но нету. Нету водички. Отлично. Господи Иисусе. Так, я пытаюсь экономить энергию, не бежать постоянно на ускорении. Вернись, блин, у меня здесь испытание, мать вашу. Если я проскочил здоровяка. Так, не сюда. 30 метров. Где же этот гребаный финиш? Я весь город уже оббежал, сука. Еще 50 метров. Так, стрелки хотя бы есть. И на том спасибо, что есть стрелки. Я загорелся. Дальше куда? 50 метров. Вот здесь проскочим. Похоже, друзья нагрянули. Отлично. Назад! Так и думал. Пошли нахер. Так, 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 давай. Давай, мать твою. Вот это... Так, стрелка налево. Я не знаю, надеюсь, мои товарищи выживут. Но мне надо отдышаться, малость, потому что я умираю. Ну все, друзья, здесь мне жопа. Здесь я на машине здесь не всегда проезжаю. Вообще сумасшедший, блин, тут задание придумал, но реально сумасшедший, мать его. Ух, 20 метров. 54 метра, но я уже сдыхаю. Я не оглядываюсь. Надо было машину эту отсюда взорвать. Я здесь проезжал. Так, 50 метров. Мать его, это закончится когда-нибудь, нет? У меня уже пол линии. Вы что, ненормальные, что ли? Я уже весь город пробежал, блин. Ну беги же, уже скоро рядом. Есть, нету. Ух, уже я устал. Не говоря уже про главного героя. Есть. Смотри. Отлично, команда. Как ваш тренер? Нет. Ни команды, нет работы, ни дома, ни жены, ни жизни. Все пропало, детка, все пропало. В мгновение ока. Кто помер, кто пропал, остальные попрятались. Психопат, а? Беги дальше, чувак. Есть. Выполнили мы это задание, получили 50-25 тысяч РР. Или ПП. А что тут такого интересно ценного-то есть? Ни хрена что нет, кроме какого-то оружия и супер полицейской формы, спецназа.
Да, отлично смотрятся брюки. Просто гениально смотрятся. И военный жилет. Не знаю, как насчет этого. Где-то бы еще берца отыскать. О, виски мне очень нужно. После такого забега грех не выпить. Так, ну что? Берцев-то нет, как можно в этом уродстве бегать? Ну да ладно, берца найдем потом. Парень стоит здесь, интересно, его можно взять себе в отряд, нет? Понятно, это я уже слышал. Так, ну что ж, друзья, мне надо, наверное, вернуться за моим танком и сохранить игру, потому что, пробежав такой маршрут, игру, кстати, сохранить можно прямо здесь. Он нас привел прямо к убежищу. И на этом спасибо, конечно. Так, заходим, заходим. Мое оружие пришло в негодность, можно его смело выбросить. И взять что-то другое. Даже не знаю, что взять. Давайте возьмем две бензопилы. Тоже неплохая штуковина. Так, сохранится. Ну, правда, ко мне еще не вернулись мои ребята. Вернулись. Все ранены, но ничего, сойдет и так. Отлично, игра успешно сохранена. Ну, теперь пойдем на спецзадание. Если, конечно, получится. Ну, в любом случае, нам снова нужно зайти в гараж. И забрать то, что принадлежит нам. Так, в прошлый раз я ноги не сломал. А вот этого парня я также не обошел. Он здесь стоит постоянно. И всегда готов обниматься. Дадут мне еще одну тачку, нет? Какую-нибудь интересную. Спасибо, друзья, за помощь. Возьмем эту точилу. Так, одну посадили. Где еще мои трое? Они? Ух ты. Ладно. Не столь важно. Нам сейчас можно заехать так и направо. Если, конечно, проедем. Мы там взорвали с вами большое. Вот здесь мы бегали, я хренею. Мы здесь пробегали наш кросс. Здесь даже, блин, игра подвисает, мать его. А я здесь пешком пробегал, сука. Так, а что, мне нужно въехать туда просто, или просто войти, и что делать-то? Я пробрался. Ух ты! Войти в штаб. Так, меня мочат. Ребята сверху бьют. Не знаю, может быть, как-то заехать и ворота закрыть. Нам же покоя не дадут здесь. Может, машиной запрем их. Так, пошли отсюда. Самое время взять в руки наш пулемет. Есть, сам себя убил. Ну что, давайте отдышимся. Наша задача теперь войти в штаб
кстати. Кто меня бьет, мать твою? Это тебе! Ребята, граната. Ребята, граната. Охрененно я одет, конечно. По самому последнему пику моды. Короткие штаны и кроссовки. Так, ну что, я не знаю, пойдем или поедим. Кто у нас тут больше всего ранен? Вот тебе кое-что. Здорово. Круто. Жри! Бери. Благодарю. Вот мрази, а? Покормил, мать его. Ладно, я тобой займусь, ублюдок. Я тобой займусь. И сейчас прямо займусь. Сейчас мы начнем прорываться в штаб. Штаб находится здесь. Кстати, еще есть еда, кому надо. Все поели, кроме Джесси. Надо быть готовым ко всему, мало ли. Пойдет. Вот это я понимаю. Джулия только что сожрала супер паёк, мать его, и все равно ранена. Ладно, годится. Мне нравится. О, наконец-то берцы. Вот это уже оно. Вот это мне нравится. А то, блин, надели не пойми как. Ну что ж, давайте постреляем. Голова какая-то. От этого ему не убежать. Заходим. Кто, блин, это стреляет? А это что? А, это такая была у меня. Пахнет забавно. Наполовину пижама. Ну ладно, будем выглядеть круто. Ну, входим. Это бессмертно, что ли, ребята? Еще кто-нибудь будет? Статуэтку вижу. Так, возьмем статуэточку. Есть. Что сделать-то? В штаб войти. 33 метра до штаба. А где наш штаб? А здесь есть еще военные? Есть. Я его убил. Уже легче чуть-чуть. Смотрим дальше по периметру, где-то еще есть по-любому. Не зря я взял два пулемета с собой. Так, ладно. Ух ты! Назад. Назад, мать вашу. Назад! Растяжка. Отлично. А тут что? И тут растяжка. И тут растяжка, мать его. Они подготовились, суки. А ну назад. Не надо в меня целиться. Да, надо одного человека, наверное, убирать. Отлично. Идем дальше так же внимательно, как и шли. Смотрим. Чего здесь можно ожидать? Интересно, а через верх можно войти? Ну, мне-то можно, а вот ребята-то не перепрыгнут. Можно войти, кстати. Даже можно... Можно еще и чертеж собрать какой-то. Топоранг, состоящий из топоров, наверное, да? Топорик и колпак ступицы. Топорик вижу. И колпак вижу. Сойдет. Так, верните мне мой молот, пожалуйста. Так, колпак ступицы, наверное, пока выбросим. Ух ты, он еще и возвращается назад. Мне в руки. Сколько его? Раз 7 могу бросить. Маловато. Ой, вообще сдуреть. Маловато. Ладно, выходим отсюда. Все здоровы. Есть бутерброд, кстати, бесплатный.
Ладно, пока хватит. Ну, посмотрим, что внутри. Мэм. Ты не можешь приступить к уничтожению города, пока я занята его поисками. Ты обещал мне 6 дней, изволь ждать. Это никогда не было основной целью нашей операции. Как ваш главнокомандующий, я приказываю отпустить меня! Я несказанно счастлив, что мы вас нашли, мадам президент. Потому что, понимаете, нам очень нужно было тело. Фу! Пусть съест кого-нибудь из рядовых. Все заснять и сразу же выпускайте в эфир. А потом отстрелите ей башку. Задание выполнено? Нет. Мне нужен Диего. Его не было в музее вместе с остальными. Мы должны найти его. Я действительно потакал твоим фантазиям, но только потому, что мне нравится тебя баловать, Мэриан. В следующий раз деактивировать чипы будет уже совсем не так просто. Какая-то составляющая излучения, которым мы отключали чипы, оно меняет их. Возможно, это будет даже к лучшему. Я велел принести мне результаты мутации для исследования. То вещество, что из них сочится, это маточное молочко, или как оно там зовется. Это, возможно, ключ к новому оружию. Имбецил! Не отвлекайся! Обыщите карантинные палатки с нелегалами, а если не сможете найти Диего, убейте их, как поганых чумных крыс. Твое желание для меня закон. Генератор, наверное, там находится. Эй! У черт! Мать его. Уничтожить генератор. Итак, новое задание появилось. Как мы видели, госпожу президент превратили в зомби, и готовится масштабная диверсия в этом плане. Но нам в любом случае нужно найти Анни. И, кстати, Диего, это тот самый военный с номером, как у нас на шее, видите, я не забыл, какой у него номер. Он находится у нас в убежище, там, где самолет мы собираем. Генератор. Один есть? А их много? Вот, мать его, их много, друзья. Я-то думал, мы с одним разберемся, да и все. Похоже, на этом дело не закончится. Так, надо брать другое оружие. Пулемет мне еще может пригодиться. Вот, все. Освободить пленников. Нихера. А, это ребята попали только что в генератор. А где наши пленники? А пленники у нас находятся в другой части здания. Так, осматриваемся. Где, кстати... А вы пройдете? Да нихера вы не пройдете. Прошли, молодцы. Так, а как же их спасать? Здесь везде ток. Кажется, я, конечно, генератор отключил, но... Жопа! А здесь развязка должна быть где-то. Да блин! Похоже на крышу. Похоже, вверху Жопа! На крыше на машине. Японский бог! Кто тут матерится, мать его? Вообще темень какая-то, охренеть, вообще нифига. О, вот развязка. Похоже, этого парня сбил грузовик, и он завис на крыше. Ну, как бы там ни было, в любом случае, спасибо за 10 тысяч очков. Так, нам сюда, я не знаю, опасно ли здесь бродить. И Джесси еще с той стороны забегает. Нет, Джесси здесь, это просто его имя мелькнуло. Так, а что здесь? А ну. Открыл. Аня, ты здесь? Ани! Ник! Как хорошо, что ты здесь. Пошли отсюда. Эй, браток, а меня? Оставь этого ублюдка. От него одни беды.
Не могу, Анни. Но не волнуйся, он тебя не тронет. Скорее. Не так плохо для мелкого прохиндей. Не называй меня так больше, Гарри. Скорее, прыгайте в машину! Я прикрою! За мной! Так. Вот они! Все черт! Какую нахер машину? Да за что? Не... У нас тут так и много людей. Так, двоих убили, меня тоже ранили. Осталось только понять, кто в нас стреляет. Кто там кричит? Не высовывайтесь, мать вашу. Сука, ну прицел работает отвратительно. Навел на бочку, оказывается, там преграда. Не могу прострелить. Ну стреляй. Все равно жив. Нет? Бегите! В укрытие! Какое нахер укрытие? Че ты паникуешь? У нас тут еще чертеж лежит. Бесхозный. Все чисто. Вытащите меня уже отсюда! Че это за чертеж? Реактивный кулак. Боксерские перчатки. И баллон, который лежит рядом. Так. Всегда есть время собрать новое оружие. То, что надо. Возьми, пригодится. Зачем мне это? Так, и верните мою пушку. Бегите! В укрытие! Надеюсь, это не на время, я могу здесь немного расслабиться. Отлично. Идем дальше. Так, парни ждут, пока мы им расчистим дорогу, а мы особо не спешим что-то. Еще здесь, кстати, есть чертеж. Ни хрена не видно, кстати. Ночь наступила вообще кромешная. Вот здесь где-то чертеж еще лежит. Да не паникуй, у меня все получится. Чертеж в автомобиле, походу, а здесь ребята. Бегите! В укрытие! Хорошо, что я забрался на автомобиль. Будет легче их убирать. Так, еще один, по-моему, да? Это же солдат или я не вижу нифига? Бегите, в укрытие! Да, походу солдат. Все, спецназ победить. Ли, ворота открыть. Открыть ворота, они же открыты, мать ваш. Ну вы даете. Так, здесь какой-то чертеж еще лежит. Не могу пройти мимо. Многостволка, кстати, очень звучит многообещающе. Возьмем штурмовую винтовку и свинцовую трубу. Все здесь у нас в наличии. Ну, я не знаю, крутая вещь, по-моему. Где Джесси? Держи. Вот так хорошо. Тебе обнова. И так нормально, но все равно спасибо. Я понял, что тебе нормально, но... Пивка хлебнул. Свою забрал. Так, отлично. У нас еще полный пулемет. Анни, правда, немного пострадала с Жулей. Но будем выбираться. Справа надо смотреть внимательно. Никого ли нет? Кажется, никого. Все, ворота закрылись. Это видно баг. Потому что нам сейчас нужно открыть. Ключ, карта или что-то такое. Опа, теперь нам командира дали. Никуда ты не уйдешь. Нужно мочить его аккуратно. У него ключ-карта. Сука, почему он нас не умирает? Ребята, ну всю огневую мощь у него, суку. Есть. Берем карту. Я сказал карту. И что это за дерьмо? А теперь открываем и все в фургон. Есть.
Уходим! Быстро! Эй, а ну вернись! Я только начал! А, черт! Пришибить бы тебя! Ну да ладно, за мной должок. За работу! Мать его! Ух ты! Ред спас нас! Подожди! Мне надо заправить самолет и предупредить друга. Они ищут его. Сдается, мне ищут не только твоего друга. Что за... Почему? Ну, и Ника тоже. Я не знаю, чувак. Признайся на чистоту. Что ты натворил? Число, Ред, без понятия. Тоже мне, блин, крайне опасно. Встретимся у самолета. Он в Пакгаузе, там, в порту. Я пойду найду Ани и остальных. Давай встретимся в караоке-баре Sunset Hills, хорошо? Где топливо? Найдешь его в Central Storage на шоссе, под мостом. Прямо внутри. Не пропустишь. Понятно. Вся моя банда здесь. Мы только посадили Анни в машину и, собственно, все. Больше ничего сделать мы не смогли. Так, давайте посмотрим, где мы находимся и что нам нужно делать. А куда добраться? Где это место на карте? Оно находится под мостом. Понятно. Вопросов нет. Ух ты, сейчас что-то взорвется. Что-то взорвалось. Кстати, я вижу военизированную охрану. Она все еще там. Нет, это не охрана. Там просто есть автомобиль, но он двухместный. Что я хотел еще посмотреть? Я хотел посмотреть вот эту штуку. Вот здесь находится чертеж, который... во. Который нам нужно как-то проверить, что это он из себя представляет. Похоже, он в этом сарайчике находится. Может быть, и машину здесь найдем. Да, это такси-компания. А! За забором он, скорее всего, находится. Пока здесь просто чисто и расчистили нам всю дорогу военные. Вот здесь он, по-моему, находится. Еще одна пробежка на сегодня вот здесь. Вот он, да, в грузовике. Вот он, родной. Цепкая бомба, я думаю, ножницы нужны будут. И граната. Потому что других вещей в этом месте отлично. Попросту нет. Так, новое задание. Чувак, возле полицейского участка в Централ какой-то парень бегает. Похоже, серьезно настроен. Неа. Так, начинает нас засыпать. Окей. Блин, кто это стрельнул, мать его? Это ублюдок нахрен. Буду с говорящим топором бегать. Так, друзья, смотрим. Смотрим. Задание в том же районе, что и это. Поэтому нам сейчас нужна машина четырехместная, чтобы доехать и сохраниться. Далее мы уже разберемся, куда нам ехать дальше. Спецоперация выполнена. Вот так вот тебя. Анни спасена. Все живы, а народ прибывает. Кстати, такси последний автомобиль, который находится в этом месте. Его нельзя ронять. Сваливай, давай. Аня, с другой стороны, мать твою. Быстрее, Аня. Есть. Так, теперь по карте смотрим, куда нам ехать. Нам ехать... Не совсем понятно, куда нам ехать. Карта странноватая, очень мелкая. Так. Разворот на 180 градусов. И вот на эту машину, на эту трассу. Мы просто возьмем убежище, которое будет находиться поближе. Чтобы потом в следующей серии уже было недалеко добираться до нужного нам объекта.
Если машина, конечно, доживет. В чем я сомневаюсь уже. Да, сейчас спускаемся вниз аккуратненько. Застряли, мать его. Брысь моей машины! Ух ты! Сука! Все, мы на месте. Здесь, кстати, даже фургон есть целый, который я всегда берег. На случай вот такого пришествия, где нам нужно будет переночевать. Сука, вы машину взорвали, ублюдки. Одни колеса остались, блин. Куча хлама. Машину не взорвите справа, уроды. Все, домой, домой, к туалету, к сортиру. Заходим. Ну, почти все целы. И это уже радует. Ну что ж, друзья, на этом будем серию нашу заканчивать. Спецоперацию мы провели. Выяснили, что нас ищет правительство этого городка. И вот получаем еще один, мать его, звонок. Йоу! На сортировочной в Южной Алмуде какой-то повар психует. Наверное, пирожки потерял. Еще один. Смотри, классный вид. Рисунок бы вышел крутой. Еще один психопат, друзья. Даже не психопат. Кто-то из местных. Окей, окей. Это совсем рядом. Будем тогда в следующей части уже, друзья, пробираться к нему сначала, а потом в полицейский участок, а лишь потом выполнять сюжетную миссию. Вот такая будет у нас серия. Но, скорее всего, в следующей серии мы успеем лишь выполнить два побочных задания. Ну а на этом все, друзья. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, канал Shadwell Игровые Миры. Пока.